известная телеведущая Елена Малышева не скрывает, что всего в своей жизни добилась сама. И если сейчас она может позволить себе роскошные дворцы и поездки в любую точку мира, то еще 25 лет назад жила в обычном общежитии с мужем и детьми. Елена родилась в Кемерово в семье врачей. Ее девичья фамилия Шабунина. Сестра и брат Малышевой тоже стали врачами. Мало кто знает, что Елена и ее брат Алексей – близнецы. Алексей – главврач Боткинской больницы. Вот уже более 30 лет Елена замужем за Игорем Малышевым. Он специалист по молекулярной биологии, профессор Московского государственного медико-стоматологического университета. Старший сын Малышевой Юрий – тоже медик, сейчас живет и учится в США. Младший сын Василий – юрист. У Елены есть двое внуков. Интерес к недвижимости Малышевой возник в апреле 2020 года, когда Алексей Навальный рассказал об американском особняке телеведущей стоимостью 6,5 миллионов долларов. Дворец площадью 1100 квадратных метров находится в Нью-Джерси на берегу реки Гудзон. Этот дом стал самым дорогим особняком, проданным в 2016 году в округе Берген. Он находится всего в 20 минутах езды от Манхэттена в городе миллиардеров Алпайн. Могут похвастаться роскошными апартаментами и сыновья Малышевой, чьи квартиры по 110 квадратных метров каждая находятся в престижном районе Нью-Йорка и стоят более 4 миллионов долларов. 60-летняя Малышева никак не комментирует наличие такой дорогой недвижимости. Она продолжает заявлять, что заработала во время работы на телевидении. Московская квартира Малышевой тоже выглядит роскошно. Апартаменты телеведущей занимают мансарду одного из зданий в центре столицы. Когда Елена выходила замуж, она и подумать не могла, как бурно будет развиваться ее карьера. А теперь пройдемся по 21 комнате американского дворца Елены Малышевой. Каждая комната особняка украшена золотом, статуями и старинной мебелью. Роскошество залов просто поражает. Еще 100 лет назад в подобных дворцах жили цари и императоры, а сегодня обычные телеведущие. Пол выложен дорогим мрамором, мебель и отделка помещений сделана из дорогих пород дерева. В этих просторных залах пору устраивать настоящие балы и светские рауты. Поистине, королевская джакузи, отделка и колонны из чистого мрамора. Кованые перила, старинные столы, дубовый пол. Во дворе дома огромный бассейн, а спальня с камином и колоннами просто фантастическая. Кухня, туалетная комната, парадная лестница, ну просто роскошество. Возможно, в будущем этот особняк станет музеем. А как вам такие хоромы Елены Малышевой? Делитесь своими мыслями в комментариях.